Ну что, друзья, как говорится, заправлены в планшеты космические карты. А у нас вот елочка Таряжина. Мы находимся у нас на даче в Санта-Крус. Вы видите, тут, значит, все готово к приему гостей. 10 вечера, еще 2 часа, и будет Новый год. Тут какая-то закуска мелкая. Так вот, для старта должны прийти гости, должен прийти Гарик прораб. Вот, еще кое-кто. Так что вам будет весело в том смысле, что я попрошу гостей что-нибудь такое веселое рассказать. На экране вы видите какой-то 60-х годов, какой-то огонек там. Тарапунька и штепсель, если кто из вас постарше, тот знает, о ком речь. Значит, так, вот караоке, может, споем. Каминчик вот тут как бы симулирует дрова. Это все электроника. Есть у нас гитара, есть у нас свечи. В общем, все готово к приему гостей. Ждем гостей, и как бы вот такой у нас будет сериал. Светочка, давай, может быть, пока тихо и так, и все трезвые. Пару слов скажи. Я шучу, да. Пару слов тогда вот для нашего канала. Ну что же, год был непростой, 2016. Да. Надеемся, что 2017 будет уж точно простым. Попроще. Попроще. Да. Вот, и хотелось бы пожелать всем здоровья, и чтобы сбывались мечты, и чтобы радовались жизни, и чтобы было все, что было. Отлично. И что смотрели наш канал между делом так иногда. Ну что, друзья, я, знаете, специально купил колпак сегодня новый. Знаете, мы со Светой... Он большой, это ценный большой, колпак. Большой, хорошо налезает. Дело в том, что до Нового года, до Крисмаса не получалось купить, все расхватали, так мы вот сегодня... Нет, просто мы надыбали правильный магазин, там было, наверное, все. 31 числа вот мы, пожалуйста, спокойно купили эту штучку. Таким образом, друзья, я не от лица, так сказать, той канцелярии и этой, но в основном от нашего канала и от нас со Светланой я вас... Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы все было хорошо, чтобы все были живы, здоровы, чтобы мечты сбывались, планы. И, в общем-то, и чтобы мы над этим работали, вот, а не ждали, пока оно само на нас упадет. Хотя это тоже неплохой способ, как бы думаешь, эх, думаешь, опять. Вот, и тоже неплохо. Все, ребят, счастливо и с праздником.